время офигительных историй. Так начинался, пора валить. У, школьники! А мама криминал. Ну и где он? У, школьники! Мне лень бежать. Куда он в темень убежал, куда-то повернул. Так, ничего. Это «Голодные игры», серия 5. Вот так, блядь. Вон оно ползет. «Голодные игры», часть 8. Выходящий из листьев. Мой планшет в смятку. Вау, какое классное место. Прикольно. Где он? Блин, не просветил. Сейчас выскочит. А, вон он. Нам пиздец. О, школьники! Надо будет света добавить здесь. А то темно. Он убежал в закат. Ты-ты. Спрятался там в листья. Думает, этот красивый вид меня напугает. Добрый вечер, с вами «Шокирующие новости», и я, Сергей Петров. И сейчас мы можем видеть, как сгружают людей в эту гигантскую мусоровозочную машину. Он ушел во тьму, но мы его догоним. А может, и не догоним. Он просто идет домой. Просто уходит. Он думает, что мы... А, понятно все. Известно. Я... Дефолтное состояние, когда ты NPC заспаунился для того, чтобы сказать лишь одну фразу. Охуеть! Здравствуйте, с вами опять я, Сергей Петров. И сегодня мы пытаемся дозвониться до Вениамина Мельникова, мужа или жены Стаса Гаврилова. Номер не пали. Блин, я же закрашивать не умею. Ну и похуй. Алло. Голосовой почтовый ящик абонента, которому вы звоните, не активен. Мне кажется, нас наебали. Да, вот и. Да, точно видно. Покажи его, блин. Он идет сзади нас. Умаева. Умаева? Мол, схиндерю. Нани? Итак, сзади нас находится Вениамин Стрельников. Он едет в данной машине. Возможно, он нас задавить. Возможно, он хочет нас задавить. Она приближается. А, нет, она повернула. Заебись, мы выживем. Кровная месть ли это была? Или чей-то заговор? А вот это еще один Веня. Он подъехал к нам, чтобы передавить. Мама! Ну вот, минус я. Площадка, не будем снимать, а то нас отпиздят гопники. Добрый вечер, с вами снова я. И сейчас у нас будет продолжение выпуска. Добрый вечер, с вами снова я, Сергей Петров, и наше ежедневное шоу «Овощи и фрукты». И сегодня мы пытаемся дозвониться до Аднана Альмбоеда, являющегося бывшим мужем или женой Дружковой Полины. Главное не палить номер.
Главное, не пали номер. Не палим номер. Пройдемте куда-нибудь подальше от таких густонаселенных мест. Не все люди должны узнать правду. Угу. Но мы хотим это сделать. Угу. Агентство «Оксюморон». Основатель Павел Полников. Здесь слишком темно, товарищ. Ничего, нам главное, чтобы был виден экран телефона. Похоже, Аднан умер. Похоже, и здесь нам не повезло. Удача отвернулась от нас во второй раз за вечер. Пожалуй, на сегодня это все. Пиздец. Снимаешь? Нет. А, ну ладно, давай. А сейчас мы можем посмотреть на млекопитающего Стаса Гаврилова в его естественной среде обитания. Он пытается дозвониться до своей самки, которой он обещал позвонить, но он все как обычно забыл. А сейчас он пытается найти себе источники пищи, потому что он голоден и хочет пить. К сожалению, Стас Гаврилов питается также и людьми, так что наша съемка является опасной. И совсем скоро мы вынуждены будем ее прекратить. Стас Гаврилов уже рядом, а мне звонит кто-то на мой телефон. О. Нет, это ошибка. Нет, это ошибка. Он уходит от нас, но мы можем приблизить его нашим великолепным зумом. Или подойти поближе. Что мы, пожалуй, и сделаем. Осторожнее, мы входим в его обычную среду обитания. Темнота. Но ничего. Наши великолепные микрофоны будут слышать его повсюду. Вы, конечно, не увидите происходящего, но хотя бы услышите его общение, его брачный Она зов. Она не отвечает. Вот сейчас был его брачный зов. Это однозначно призыв к спариванию с другими самцами. Да блин, да она не отвечает. Сегодня к нам в третий раз за вечер не пришла удача. Не пришла удача, правильно. И мы не смогли посмотреть на спаривание нашего млекопитающего. Понимаете, что три раза за вечер не отвечают. Это какому Геннадию Горину понять-то можно? Кому я еще могу позвонить? Бывший Юрий. Я, кстати, ее сегодня видел на пешеходном переходе. Но это уже в следующей серии. Так, ну что, стырим мячики. Ну что, мы осматриваем территорию. Проходим по кругу. Осмотрели. Здесь нет мячик. Надо их взять. На самом деле, вот там в конце могут быть мячики. Я как-то шел... Вот там в конце? Ну, на той половине. Они там. Ну, так что, пройдем сразу же туда? Да, давай, вырубай. Там начнем. Хорошо. Здравствуйте. Сегодня с вами Геннадий Гурин. А.К.А. МЦ. Антоха МЦ. Вот. А сейчас мы идем тырить мячики. Я футбольный мяч. Поеду на Динамо. Вот это поворот. Ну.